Не так давно мы рассказывали о торжественном приеме главы Славянского района, посвященном Дню Матери. Этот трогательный праздник становится для всех все более необходимым и дорогим. И слов благодарности достойны все многодетные мамы. В семье Андрея и Валентины Лапига, которая проживает в Маевском сельском поселении, 6 детей. Это самое настоящее счастье. Такого мнения в семье придерживаются все. Любовь к детям помогает в воспитании. Отличный пример всем показывает эта семья, где дети воспитываются в атмосфере подлинной любви и постоянного внимания. И награждение Валентины Лапига почетным дипломом губернатора Кубани – это весомое свидетельство признания ее вклада в возрождение и укрепление семейных традиций. Очень приятно, что у вас большая семья. Я ознакомился, Андрей Николаевич, муж, чем он занимается. Вы приятно, что работаете вот именно в наших структурах, значит, вы знаете нашу работу. Основная миссия наша – это помогать людям, вы нам это помогаете. Дети, приятно, что все достойные, все, кто-то работает, кто-то учится, побеждают в конкурсах, в спорте. Поэтому я понимаю, какой это труд, где-то бессонные ночи, где-то вот жертвуйте своим временем для того, чтобы вот воспитать достойных детей. И у вас это получилось. За это мы вас вот награждаем по поручению Ивана Ивановича Кондратьева. От души вручаю вам вот этот вот почетный диплом. Валентине Ивановне было очень приятно получить почетный диплом из рук главы Славянского района Романа Синеговского. Награда, конечно, неожиданная, но приятная. Спасибо огромное и губернатору, и местным властям, Роману Ивановичу, что заметили, оценили наш вклад в развитие семейных ценностей, за пропаганду многодетных семей. У меня растет 6 детей. Я очень их люблю, горжусь их достижениями. Дети для меня – это все. Это моя надежда, опора. Я их очень обожаю. Они меня сильно радуют. Это смысл нашей жизни с мужем. Дети в этой прекрасной семье, чувствуя любовь и поддержку, гармонично развиваются, готовятся к взрослой жизни, берут пример со своих родителей. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».